Короче, собрались мы вчетвером пойти пивка попить. Он, Ленка и ее парень. Стоим уже, одеваемся. И он такой говорит: «Слушай, я типа не это». Я говорю: «В смысле?» Он говорит: «Ну не это». Я говорю: «Бля, да что не это?» «Ну, говорит, это». И тут разворачивается так и со всей дури мне прямо сюда вот под глаз, сука. «А ты ему что?» «А я что?» Я говорю: «Мне никогда не хватало твоей легкости. Я живу условно под гнетом данных немного обещаний, в ожидании новых языков и пророчеств. Но следующую жизнь я проживу так, как я хочу». И подставила другую щеку.